А сколько будет работа стоить? Порядка 3 миллионов, не больше. Что, давайте 15 миллионов хватит? Да. Все, договорились. Вот я говорю 15 миллионов. Вот если деньги к вам придут в течение 2 месяцев. Или месяц, наверное, да? Ну сейчас я Голосян, набери сейчас. Прямой субсидии. У нас полстанет сейчас без. За сколько вы тогда сможете? За сколько? Нет, друзья, я на вас посмотрел. Это мы должны делать без того, что вы приходите. Так жизнь просто устроена. Я все реально понимаю. Лоток у вас красивый. У моей мамы такой же был. Сейчас, сейчас, подожди, сейчас мы дело сделаем. Потом... Мама всю станицу к себе приглашает. Приедете. А сейчас не везем, мы не едем к ним? Нет, нет, передовой нет. У вас в районе как у Некрасова. Живописном месте. Села, горела, поехала. Она находится в живописном месте. Там Ильич рядом. У вас все места живописные. Вот красивое, красивый район. Воздух тоже чистый, все. Ну только что. Я же говорю. Что, он не берет? Она крайняя у нас со Старопольского. Можно вопрос? Вот, ну-ка ты набирай своего. А еще вопрос можно? Давайте, а давайте. Насчет садика, как ли нам? А вот садика тоже нет? У нас садик, а очень большая очередь. А нужен он? Да, там. Обязательно. А как же? Это еще приезжал Бикетов тогда. В соседнюю деревню возят. Да. Игорь Петрович, вот смотрите, там сейчас ситуация. 15 миллионов нужно дополнительно на завод, чтобы его переложить. Мы можем дать и придут, ну максимум давайте возьмем месяц на деньги, потому что чиновники есть чиновники, а дальше вы уже параллельно готовьте те, кто будет перекладывать, и в этом случае сколько времени займет перекладка дубы? Я думаю, не больше 30 минут. Берем максимум. Давайте 2 месяца возьмем, 30 дней это как всегда. Сколько реально, Андрей, тут?